Здравствуйте! Если вы смотрите это видео, то скорее всего у вас проблема с вашей новой приставкой X92. Вы не можете ее подключить к вашему Wi-Fi роутеру. Такая же проблема была и у меня. Сейчас у меня новый роутер. Вот. На старом, значит, в чем была проблема? Я не мог подключиться к каналу номер 1. То есть по дефолту на вашем Wi-Fi роутере стоит первый канал. Что вам нужно сделать? Вам нужно зайти в настройки роутера с помощью ноутбука, либо с помощью вашего компьютера, и просто поменять первый канал на любой другой свободный канал. На старом роутере у меня стоял 11 канал. То есть он почему-то лучше всего работал. Видимо, был менее загружен. На новом роутере, видите, ребята, у меня стоит 8 канал. Вот. То есть подключений к Wi-Fi у меня больше нет. И второй способ, если у вас новый двухдиапазонный роутер, вы просто можете подключить вашу ТВ-приставку по 5G. Вот, видите? То есть здесь на самом деле уже не имеет значения, какой канал. Видимо, эта приставка более новая. Ну вот так, в общем. Ребята, всем спасибо, кто смотрел это видео. Я надеюсь, что мой способ вам помог. Если... так, пожалуйста, ставьте лайк, либо пишите в комментариях. Всем спасибо, кто смотрел.